В этом году те, кто, значит, будет оздоравливать своего ребенка в Крыму, имеют право на получение вот части компенсации. Мы сейчас проводим конкурсные процедуры на приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оздоровления в Крыму. Все дети, отправляющиеся на отдых за пределы региона, в обязательном порядке должны иметь при себе справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. А те, кто поедет отдыхать в Крым, еще и справку о имеющихся прививках. Следить за этим должен будет организатор поездки. Вообще, на устроителя детского отдыха теперь ложится особая ответственность. В этом году ответственность за подготовку, за готовность оздоровительных учреждений, за их соответствие всем требованиям безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической, возлагается на непосредственно организатора, поставщика услуги. Но это совсем не значит, что детские лагеря останутся без контроля Роспотребнадзора. С результатами санитарно-эпидемиологической экспертизы оздоровительных учреждений можно будет познакомиться на специальном сайте «Пермские каникулы». Будут продолжены и внеплановые проверки лагерей.